Туве с 31 декабря по 8 января полицейскими зарегистрировано 24 преступления. Изъято более 1500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Во время праздничных выходных в республике проведено около 600 мероприятий. В обеспечении правопорядка было задействовано более 2000 полицейских, народных дружинников, а также представителей казачества. Кроме того, стражами правопорядка проверено более 1500 торговых точек, выявлены и пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции с так называемых адресов. Всего выявлено около 160 нарушений в данной сфере. Из незаконного оборота изъято более 1500 литров. К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 76 граждан. Так, вот ваша? Наша. Моя. Моя, отлично, да? Да. Не, собственно, это просто вы лично прикупили, да, и продаете, да? С 31 декабря по 8 января в Туве зарегистрировано 24 преступления, в том числе 3 убийства, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 5 изнасилований, 8 грабежей, 1 разбойное нападение. Дорожными полицейскими также в праздничные дни проверено более 4000 машин. По итогам проверки было выявлено более 60 любителей пьяной езды. Зарегистрировано около 50 ДТП, в которых пострадало 8 человек, 1 погиб.